Сырная, равнина, середину. Товарищ полковник, личный состав из числа молодых сотрудников для принятия присяги построен. Накануне Дня Победы в музее Калининского фронта состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, принятых на службу в уголовно-исполнительную систему. Служу России. Ставь строй. Есть. В зале ветераны уголовно-исполнительной системы, члены общественного совета при УФСИН и кадеты подшефного класса юстиции Тверской кадетской роты. Вы попали в хорошие руки. Здесь служат отличные люди, прекрасные специалисты и вообще коллектив замечательный. Ну и хотел бы сразу предупредить, служба трудная. Политика государства, она дает направление, а возможность реализовать эту политику предоставляется вам. И поэтому мне хочется пожелать, чтобы вы честно несли свою службу к своим подопечным, спецконтингенту, подозреваемым, обвиняемым, осужденным, вы относились человечно. Принятие присяги всегда волнительно и очень ответственно. Не случайно каждое такое торжество проходит при участии членов общественного совета УФСИН, людей известных и уважаемых в Тверском регионе. Уголовно-исполнительная система, подразделением которой является Управление Федеральной службы исполнения наказаний, очень важна для нашей страны и в стратегическом, и в геополитическом плане развития Российской Федерации. Я хочу сказать, что вы несете на себе огромную большую ответственность. Потому что мы прекрасно понимаем, что основными бенефициарами вашей деятельности, основными интересантами является наше общество. Мы, простые люди, которые живем в этой стране, хотим воспитывать детей, спокойно с ними гулять, да, в этой стране. И мы понимаем, что от того, с какой степенью ресоциализации осужденный, бывший осужденный на тот момент, да, покидает места лишения свободы и исправительного учреждения, зависит наше будущее, будущее наших детей. Традиционно среди гостей принятия молодыми сотрудниками присяги кадеты Тверской средней школы номер 16. На протяжении 20 лет УФСИН России по Тверской области курирует кадетский класс юстиции. В 2019 году классу было присвоено имя начальника УФСИН с 1993 по 2011 годы Александра Савихина. Я считаю, что это значимо. Служим народу, служим государству. Служу России, служу закону.